Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь. Поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтобы придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене поворотился, чтоб сон продлить на несколько минут, а я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало, ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты заговоришь со мной, я был готов утешить тебя снова. Но нет, ты увлечен был суетой. И днем, мое дитя, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу, все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, а все сидят у моего стола. Потом обед. И вдох тяжелый снова, а я стоял так близко, за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что ты заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтобы я помог в решении проблем. Но мысль какая-то тебя уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. Весь к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья. Я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от горьких мыслей, я солнышко лучами согревал. Я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, я дождь пролил обильно стороной, все птицы песни пели целый вечер. Но все же ты не заговорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты почему-то не побыл со мной. И в спешке приняв ужин без заботы, ты канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно для тебя, она важнее разговора с Богом. Ты просто игнорируешь меня. Иль, уйму дел хотел бы ты закончить, насколько важно все сейчас, чтоб переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил. Я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула во мгновение, но это было сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, сон одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, а чтоб лишь делом и советом на деле проявить к тебе свою любовь. Общение тебе нужно и полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Со мной, поверь тебе, намного лучше будет. С любовью, твой Спаситель Иисус.